Это ваш средний, а девочка младшая к маме идет. Вы уверены, что он будет? Растет, растет, не болеете, крепкие, здоровые, красивые. Спасибо! Спасибо! Сегодня у молодых белгородцев Дарины и Андрея Лугининых волнительный, но такой счастливый праздник – долгожданная выписка детей из перинатального центра. Их семья пополнилась тройней. Для счастливых родителей это стало настоящим событием. Были немножечко в восторге, естественно, от такого количества детей. Никто не думал, что так получится, но это счастье в нашей жизни. И оно такое бывает один раз, поэтому мы очень счастливы и рады. Я как мама дам любовь, заботу, так же, как и папа. Вот. Но я буду более мягче, наверное, а папа будет более строже, потому что нужно воспитывать правильных детей. Кроме даты рождения, крох объединила и буква «М». Мальчиков родители назвали Матвеем и Мироном, а девочку – Миланьей. Все они родились под знаком льва, но первая своенравный темперамент начала проявлять маленькая дочурка. Ну, я думаю, что Милана у нас будет командиром. Она уже показывает свой характер. Если мальчики пока на данный момент более спокойные, более лояльные к маме, то, к сожалению, Милания тут не, в общем-то, во всем не согласна, скажем так. То есть она протестует изначально. А это дедушка. Другой дедушка. Сейчас слов нет. Малыши пробыли в перинатальном центре чуть больше месяца. За это время они получили всю необходимую помощь. Мы ее оказываем сначала в отделении реанимации, в дальнейшем они выхаживаются в отделении патологии новорожденных. Вот. И сегодня, благодаря совместными усилиями, тройной нашей заботе, благодаря оснащенности нашего перинатального центра и нашего отделения реанимации в том числе, мы можем благополучно наше тройное счастье выписать домой. В Белгороде новорожденные Лугинины – это первая тройня с начала года. Завтра в перинатальном центре выпишут еще одну. Денис Тримаусов, Роман Юрин, Белгород Медиа.